начала свою работу 1 июня 2009 года, всего 12 лет. Вспомните, где мы были 12 лет. Это очень небольшой промежуток времени. И что изменилось у нас за этот промежуток времени? И посмотрите на людей, которые начинали. Это был маленький утиный ресторан с маленькими столиками. Пак Хан Иль рассказывал, что будет компания, что будет глобальный интернет-магазин, что будет великолепный продукт, и что империал-мастера получат подарок $1 миллион. Это у него было в голове, больше нигде. Он придумал маркетинг-план настолько уникальный, что мы все сюда пришли именно из-за маркетинга-плана. Потому что одно дело продукт, но чтобы продукт продвигать, должен быть вот такой маркетинг-план. Он не должен нас зажимать, он не должен внутри нас вызывать дискомфорт и неудобство перед собой, перед другими людьми, что мы кому-то что-то навязываем. Поэтому спокойно, с открытой душой рассказывать про себя, говорить, что это есть. Хотите, попробуйте. Это, возможно, вам поможет, так же, как и мне помогло. И многие, конечно, не поверили. Юра только что говорил про скепсис, который присутствует у большинства людей. И лишь небольшой процент собрался здесь. Иначе бы здесь было уже человек 200. Вот этот скепсис, он нам играет на руку. Потому что мы являемся людьми, которые продвигают продукт, которые продвигают компанию. Вот. И за счет этого мы можем расти и развиваться. Не стоять на месте, а узнавать много нового для себя, открывать. В первую очередь, улучшать свое здоровье, улучшать свою красоту и давать информацию. История развития, наверное, все видели эту растущую синюю линию. Первая страна, куда попала Атоми, была Америка. В 2010 году открывается США первый филиал, потом Япония и Канада. То есть страны очень высоко развитые. И именно там открылись первые филиалы. Потом была Тайвань, в 15-м Сингапур, потом Камбоджа, Малайзия и Филиппины, Мексика и Таиланд. И в 18-м году, 12 декабря, компания Атоми пришла в Россию, к нам. Просто так ничего не случается, значит, был очень большой запрос продукции южнокорейской, потому что она впереди планеты всей. Это такой очень крутой бренд, я бы сказала. А учитывая то, что это продукт премиум-класса по доступной для нас цене, то я бы просто сказала, ему цены нет для нас. И в 2019 году открывается филиал в Казахстане и Киргизии, в 2020 году Китай, Индия, Гонконг. И вот смотрите, открытие в Китае готовилось очень-очень долго. Почему? Они там построили, 4 года строили завод. Потому что Китай очень большая страна. И разрешение сначала было дано на 4 провинции. Но когда уже все было готово к открытию, то на весь Китай было дано разрешение, чтобы можно заниматься Атоми. Там, конечно, есть свои ограничения, не так, как у нас. Мы можем покупать столько, сколько мы захотим. Вот. И в Китае люди, наверное, видели цифры, какое количество мастеров вышло за первый месяц, за второй месяц. Это просто удивительно. То есть люди ждали, люди были готовы. И это просто была как лавина, которая накрыла. И такое большое количество и мастеров, и бриллиантов просто удивительно. То есть это говорит о том, что продукт очень высокого класса. И бизнес был признан в прошлом году самым комфортным бизнесом в Корее и в Китае. Это, наверное, не просто так, что действительно человеку там комфортно. И мы должны это для себя отметить, оценить и с этим двигаться, потому что многие боятся, многие недооценивают, наверное, в первую очередь себя,
Поэтому нужно научиться ценить себя, ценить то место, где мы сейчас находимся, потому что если мы здесь появились, значит, это наш был запрос. Мы хотели здесь быть, мы создали ту картинку, и мы здесь все оказались. И оказались не случайно, потому что те условия, которые дает Атоми, они уникальны. И годовая валовая выручка компании, она 1,5 миллиарда в 2020 году. В 2019 году это было 21 миллион. Юра уже говорил, собрались 17 человек, к концу года это было 976 человек. Это 2,5 человека в день регистрировали. На сегодняшний день это 12 тысяч человек в день. Уже 28 миллионов зарегистрировано. И зелененькая кривая постоянно росла, росла, росла. И очень много призов компания Атоми взяла за валовый объем экспорта практически каждый год. И 11-й, 12-й, 13-й, 15-й год, и 18-й, 19-й. Стратегия GSGS. Компания себя позиционирует как глобальный интернет-магазин. Вы знаете, что на сегодняшний день это 24 страны уже. И уже в ближайшее время открывается Германия, Великобритания и еще 28 стран Европы. Что делает компания Атоми? Заходя в очередную страну, она выбирает там самый лучший продукт и пускает его по своей сети. Не обязательно нам ехать в Мексику, чтобы там купить масло авокадо самого лучшего класса. То есть мы можем купить все это в Атоми. Не обязательно ехать в Японию за ножами или за колготками. Это у нас под боком. И спасибо Юрию, мы можем много корейской продукции, которая только на корейском сайте, приобретать здесь через офис. И тот, скажем так, глобальный хаб мы, наверное, еще не оцениваем, поэтому так слабо работаем. Если бы мы осознавали всю, я не знаю, гениальность мысли Пак Хан Гиля, который создал такой бизнес, и этот бизнес только в нашем ID. То есть нам не нужно выбирать товар, сертифицировать, доставлять. Уже все готово, уже все в нашем телефоне. Даже телефоны придумали для нас, чтобы далеко ходить не надо было. Даже с компьютера не надо садиться. Нажали на кнопочку, телефон открыли, и все у нас под рукой. Продукт, вы знаете, уникальный. Химахим, он, как только вы его начинаете принимать, он видит проблему и решает именно ту проблему, которая у вас есть. Какой-то продукт может еще так работать? Наверное, нет. Косметика, шампуни, пробиотик, маски, очистка лица. Можно перечислять, и от всего человек остается в восторге. Не зря компания имеет такой девиз «превосходить ожидания клиента». То есть мы даже не рассчитывали на это. Конечно, с Атоми можно иметь вознаграждение. Есть здоровье наше телесное, есть эмоциональное здоровье, есть финансовое здоровье. Широкий ассортимент дает нам сейчас вообще просто колоссальные возможности. Поэтому, поочередно изучив ряд продуктов по здоровью, по красоте, продукты питания, грех этим не пользоваться. Посмотрели компоненты какие, как работают, какой результат дают. Это можно предлагать всем. Это питание глаз. Так же, как и химахим, это наше питание для здорового тела. То же самое можно сказать и про лютеин, и про лозантин, и про турмацин, и витамин С. Витамин С – это просто какая-то кладезь здоровья, потому что там и экстракт порошка граната, и экстракт порошок экстракта, вернее, манго, порошок экстракта тыквы, порошок экстракта корней цикория, стевии.
То есть вы представляете, вот, что такое витамин С? Это просто такая цветная еда, которая нам всем необходима именно в разных цветах. И преимущество атоме – это та движущая сила, которая дает нам уверенность, спокойствие и единый сервер по всему миру. Представляете? У вас есть ID. Человек, который зарегистрирован под вами в Корее, в Америке, на Филиппинах, в Индии. Все CPV поднимаются к вам со всей глубины. Это просто масштаб. Надо видеть и представлять. И картинку надо это рисовать. То есть это возможно. Возможность открыть свои центры. Юра для нас открыл потрясающий центр. Здесь мы с удовольствием приходим, приглашаем сюда людей. И люди, приходя сюда, говорят, это шикарно, это здорово, этим надо заниматься. Юра для этого и делал такой шикарный центр, чтобы у людей было доверие, чтобы они говорили не «нет» себе, а говорили «да» себе, «я себе это разрешаю». Регистрация и аннулирование своих аккаунтов бесплатно. Многие за регистрацию компании берут денежки, знаете. И ежегодное использование офиса в интернет-магазине, и какие-то закупки, и какие-то стартовые пакеты. То есть никому это комфорта никогда не приносило. И затоваривание дома, и крема, которые уже испортились давно, они лежат дома, потому что их и выбросить жалко, и использовать уже нельзя, срок годности прошел. Здесь мы имеем возможность покупать крем тогда, когда у нас закончился предыдущий. Вас никто не заставляет покупать активность каждый месяц. Поэтому вы свободны в этом выборе. Вы не складируете, не выбрасываете такие ценные крема. 7 степеней мастерства. Коль мы с вами все здесь, мы, конечно, занимаемся бизнесом. Чтобы заниматься бизнесом, нужно обучаться. Нужно точно знать, какие мы делаем шаги. Здесь, в мастерстве, это мастер продаж, это бриллиантовый мастер, мастер Шаронской розы, стар-мастер, роял-мастер, краун-мастер и империал-мастер. То есть видеть эту картинку и видеть тех людей, которые прошли этот путь. Им было так же нелегко, и я думаю, что нам-то должно быть проще. Нам мешают наши мысли в голове, именно неверие, и именно неразрешение себе быть там, быть тем, быть тогда-то, в том моменте. Поэтому рисуйте себе картинку. Минимальный доход от 2000 долларов в месяц после вручения мастера продаж. То есть задачка, если вы еще не мастера продаж, прийти на эту ступеньку, разрешить себе там быть, точно увидеть, что сколько у вас личных должно быть PV, сколько слева, сколько справа, и какую работу вы должны проделать. Сроки поставили, расписали шаги конкретно и двигайтесь. И Бог вам в помощи, и у вас все получится. То, что большой ассортимент продукции, на сегодняшний день на сайте на российском сертифицировано 94 продукта. Это просто сказка. И хорошо, что есть дефицит иногда, потому что, когда его нет, иногда даже бывает скучно. А когда есть дефицит, мы просто говорим, берите, пока есть, потому что это ценная вещь. Выплата вознаграждения 6 раз в месяц. 4 раза спонсорские по вторникам и 2 раза мастерские. Так приятно открывать кабинет, а у тебя там вознаграждение. Ты открываешь, а у тебя там вознаграждение. То есть это такая шикарная возможность. Вы ходите на работу, вы получаете удовольствие от общения. Вы даете информацию, опять получаете удовольствие. И вам за это платят. Личные баллы не сгорают и не обнуляются. Это вы все знаете. Как только вы зарегистрировались и купили себе шампунь-кондиционер, и на вашем личном ID появилось 10 тысяч PV, они уже будут только прибавляться, они никогда не сгорят. Они будут накапливаться, максимально это 2 миллиона 400. Накопились,
Все. Больше вам накапливать не нужно. Вы будете просто усиливать структуру под собой. И раз в год делать минимальную покупку на сайте. И абсолютная цена и абсолютное качество – это значит, что выше этого качества нет. И ниже той цены, которая есть на наш продукт, тоже нет. Я когда приобретала первый набор, абсолют по уходу за лицом, мне интересно было, сколько стоит в премиальном сегменте крем вокруг глаз. Я набрала примерно по тем же параметрам, это было 24 тысячи. Наш крем стоит 2400. Нормальная цена? Я смело купила, уже даже не раздумывая, потому что я же достойна самого лучшего. Так что спасибо вам за внимание. Про компанию, про Пак Хан Гили можно рассказывать очень много, долго и с удовольствием. И поэтому я вам всем желаю пользоваться продуктом, рассказывать про продукт, видеть себя удачными во всех отношениях. Спасибо.